Доброго времени суток, это школа успеха, я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии у нас пойдет речь о составлении простейших актов. Актов сверки, может быть, каких-то заявлений. Все они делают по одному принципу. Какие вопросы могут здесь возникнуть? То есть, как сделать, да, нижнее подчеркивание? Можно двумя способами. Можно с помощью способа, который я вам показывал. Можно с помощью Shift. И нижнее подчеркивание будет нижнее подчеркивание. То есть shift дефис это будет нижнее подчеркивание. Теперь, для того, чтобы нам написать такой акт, нам необходимо просто набрать текст, даже без форматирования. Ну, возьмем на примере данный текст. Теперь смотрим. По центру. Да, акт сверки у нас находится по центру жирным шрифтом. Примерно 16. Ставим 16 шрифт. Нажимаем жирный и выравниваем по центру. Теперь далее. Смотрим. Число по правому краю. Нажимаем. Выделяем дату. И, соответственно, выравниваем его по правому краю. Так, произведена сверка взаиморасчетов между. Смотрим, да? Наименование организации по договору. Номер. Теперь здесь нам нужно выделить эту строчку и нажать подстрочный знак, поднадстрочный знак и, соответственно, выровнять его. Теперь выделяем и делаем текст наш чуть побольше, примерно 14. Вот. И вот у нас получается, да, что-то похожее. То есть выделяем, делаем 14-му. Здесь опять ставим подстрочный знак, настрочный. Вот. Смотрим дальше, что у нас еще здесь есть. Так, здесь у нас по ширине, да, 14 шрифтом. Опять заходим в наш документ, выделяем. Делаем это как бы все по ширине. Так, 14 шрифтом. Так. Убираем ошибку. Смотрим дальше. Так, не нужно вычеркнуть. То есть это у нас идет пояснение к строке. Опять ставим настрочный знак. И выравниваем в нужное нам положение. Теперь. Далее у нас предоставлено. По центру. 16 жирным. Выделяем наш текст. Делаем его по центру. Делаем его 16 размера. Применяем к нему, соответственно, формат жирный. Далее. Меняем шрифт. Да, 14. Ставим. И вот как бы акт уже практически готов. Еще какой бы момент хотелось уточнить. К примеру, если у нас столбцы большей ширины, чем, допустим, ячейка сама, да? Это как бы не очень красиво, да? То есть, ну, данные ячейки находятся слева в углу. Для того, чтобы как-то разместить наши данные, да, по-другому, нам необходимо зайти в макет и здесь применить уже вид данных, да, как они будут по правому, по центру, по нижнему углу, в центре. Вот. Допустим, если нам нужно применить ко всей строке, мы выделяем строку и применяем. То есть, если нам нужно выделить строку, также заводим стрелку и выделяем. Если нам нужно выделить столбец, подводим ее. Границы, да, нашей таблицы, и выделяем, соответственно, столбец. Если нам нужно выделить всю таблицу, нажимаем на крестик. С вами был Алексей Полянский из Школы Успеха. Всего доброго, до свидания. Записывайтесь на наши занятия, подписывайтесь на наш канал. До свидания.